что ж, средняя скорость сегодняшнего этапа 45 километров в час, даже чуть больше. Это очень-очень много. И вот так вот получилось, что Реншо у нас даже Ницолу развез, вместо того, чтобы развести Кевендиша. Хорошая скорость была у Дегенкольба, хорошая скорость была, кстати, у Лейтема. Но Ницолу объективно сильнейший, и по ходу этапа даже было видно, как он неплохо себя чувствует. Смотрим результаты и генеральную классификацию. Ницолу новый лидер за счет бонификации. Дегенкольб третий, Кевендиш, далее Кёкелер, Дион Смит, Магнус Корт, Кристофер Лейтем, Михаил Колорш, Роман Майкин, Марко Коледа. Ну, понятно, что Кёкелер и Смит тут за счет промежуточных премий. Ну и вот камера Коледа, на которой очень хорошо видно, как он развозит Ницолу. Ladies and gentlemen, in a few moments' time we will bring you the presentation of the